Всем привет, YouTube канал Агродвиж, и я Тимур Атажанов. Теплица, в ней растет острый перец. И какие проблемы бывают с этим острым перцем во время выращивания? Увядают растения. И как с этим бороться? А вот у нас растение, есть экземпляр, который вянет. Видно? Видно. Что это такое? Сейчас будем смотреть подробно, разрезая само растение. Вскрытие. Не, лучше копать, но тут, наверное, и так уже видно, что. Да, корневая система. Вот погибает, что она? Вот нас этот вопрос интересует. Нема червяков, ничего. Да, умирает корень, он должен белый быть. Фузариоз. Да, фузариоз, да, наверное. Это питиум. Потом после питиума фузариоз. Термообработку делаете, да? А ножик. О, а ну надо вот так вот сделать косой срез. Косой срез. Да, так, вот. Так, ну режем, да? Ну, смотри, тут же был питиум. Видишь, он заживленный. Они чем-то обрабатывали. Питиум, резоктония, да. Резоктония, да. Оно просто, они задавили болячку. Чем острее, тем лучше стресс. Ага. О. Ага, да, вот оно. Да, тут поражены сосуды и все, как бы, ну, нет подачи. Почему вянет? Сосуды забиты, и растение не может поднять воду высоко. Ага, в листья. Да, в листья, да, и поэтому вянет. Оно просто защищается от испарения, да. Это ж как бы, ну... А ну давай еще здесь. Ага, чтоб больше. Это начальная стадия, но уже начинает. Ага, дальше это уже забитый. Да. Ну, смотри, тут же ж вы ж сами профессионалы, вы бачите, что... Ага. Была болячка еще, мабуть, в рассадном периоде. Да, вы по обработками какими-то задавили, да. Но я думаю, что оно могло быть и на многих, но вы справились в свое время. Что-то более слабое проскочило. Правильно. Найбольшее потребление воды. А сосудистая система не может, не хватает. Она забита. И вот это как у человека тромбофлебит. То есть, ну, кровь качается, но дуже слабо. А тут вода. Конечно, вы сами подтвердили свои слова. Начинается когда? С середины лета, самый жаркий период, самый большой развитый куст. Да. Пока маленький и прохладно, ему хватает, конечно, да. Полив, сколько здесь высоток? 5-6. Около 6. Ну, на гектар 3 литра я давал, это... Вот смотрите, оно так и получается, смотри. 400, да, вот уровень стакана, вот он. Угу. Вот это было заглублено. Как правило, оно из-за заглубления. Оно было незащищенное. Это было такое же самое зеленое, как вот эта часть. Она была такая же самая зеленая. Да. Она была во влаге, там была почва, влага, она сюда. И начался грибок. Да, прошел. Это грибок, вы правильно сказали. И растение, когда борется с этим грибком, он заходит и забивает сосуды. Продуктами жизнедеятельности. Прогнать, да? Да, токсином прогнаться, но еще потом тут самое главное. Да, есть препарат, который чистит сосуды. Верон. Атланты плюс. Надо записать. Да, он там, в нем фосфор калий, но это не главное. Фосфор калий вот тут у вас и в почве есть, и вы добьете. Да. А там есть салициловая кислота. Кислота, салицил. И он расширяет это все. Так само, как нам кровь. Ага. Как капельницы, мапельницы. Да, я понял. И вот это все дело он прочистит. Но самое главное, это псин, чтобы это остановить, и он системный, он зайдет в систему, полечит. Ага. И потом почистит. Да, не фундазол. Фундазол контактный. А здесь нужен топсин, чтобы зашел в систему. Вот. Ну, у него потом и последствия. Потом он чистит, он подавляет как патогенную флору, так и полезную. А там же куча полезная. Вы же там навоз даете, все там. Вот. И вот потом вопрос, а кто потом? Кто выжил? Кто заселит весь субстрат? Кого больше? Очищая полностью. Все, да. Как правило, после фундазола рекомендуется дней через 5-10 подать био. Там триходермин, планрис, пентофах. Ну, у вас тут масса предложений. Чтобы оно зашло, заселить полезной флорой. Ваши показатели, вам главное, чтобы он был крупный и дуже гострый, и да? Острый. Вот это показатель острота. Потому что на рынке... Ну да, есть такие покупатели, вот... Пробуют? Да, на перерабатывающие. Ходят с молоком, с бутылкой молока. Чтобы подавить. Да, чтобы не обжечь. Чтобы подавить, понимаешь? А горький, ну говорю, пробуй. Он клоц, раз, молочком запил. Да, все, вот там круто. Машина, езжай. Круто, я не знал. Дело в том, что его уже знают на рынке. Закупщик может друг друга как знакомить. В общем, за остроту доплачивают. Да, круто. Да. Ну, в принципе, вы сами побачили сосуды. Да, мы поняли. Да, пока рослина была меньше,
И не так было жарко, все нормально. Да. Ему хватало, да. Я понял теперь. Та вы Так что чаще всего на перце, будь то открытый, будь то закрытый грунт, бывает фузариоз. Но перед фузариозом это бывает питиум либо ризоктониоз. То есть заболевание корней из-за заглубления. Так что хороших вам урожаев.